У нас у молдаван говорят: «Ворбы мулты, сарычия умлый». Многолетняя говорильня сделала Кишинев бедным и неухоженным. Некоторые политики умеют много и красиво говорить, но разговорами город не восстановить. Я привык меньше говорить и больше работать. Я готов использовать свои силы, опыт и знания для спасения Кишинева. Я сделаю наш любимый город современным и комфортным. Василий Киртока, генеральный примар муниципия Кишинев. От слов к делу.